Красноярцы вернулись из виртуального космического путешествия. Финалисты проекта «Космическая Одиссея» побывали в подмосковном звездном городке. Трое из них поучаствовали в тренировочном имитационном полете. Своими впечатлениями красноярцы поделились на пресс-конференции. Проект «Космическая Одиссея» стартовал осенью прошлого года. Изначально было отобрано 48 студентов и специалистов предприятия оборонно-промышленного комплекса региона. Они прошли теоретическую и физическую подготовку, медобследование, учились выживать в сибирской тайге и прыгать с парашютом. Всем участникам проект очень понравился, и они всерьез подумывают стать космонавтами. Такой шанс у них есть. В этом году Роскосмос набирает новый отряд. Мы делали все то же самое, только в меньшем объеме, ну, что настоящие космонавты. И как бы испытали, наверное, когда вот я попал в корабль, в этот транспортный пилотируемый корабль «Союз», когда в нем посидел, и мне кажется, я испытал примерно те же чувства, что и испытывают настоящие космонавты. Надо попробовать, а там уже жизнь покажет, удастся долететь до звезд или, как многие, останусь на Земле, но с таким багажом, запасом знаний и умений. Планирую подавать документы, планирую участвовать в отборе, а там как получится.